Инволюционный параноид характеризуется бредовыми идеями преследования, ущерба, ревности на фоне тревожно-тоскливого настроения. Могут быть слуховые и тактильные галлюцинации, бредовые и галлюцинаторные расстройства. Как правило, по содержанию связаны с определенной ситуацией и отражают собой патологическую переработку реальных событий. Больные утверждают, что сослуживцы или соседи по квартире их преследуют, хотят завладеть их имуществом. Они испытывают на себе действие лучей и гипноза, слышат, как их преследователи переговариваются и сговариваются между собой.